Здравствуйте! Сегодня я хочу поделиться рецептом нежнейшей шарлотки с яблоками в духовке. Дорогие мои друзья! Спасибо вам за ваши просмотры, лайки, подписки. Мы вам очень благодарны. Вы нас больше и больше вдохновляете снимать новые видеорецепты. Но в связи с недостатком денежных средств мы не можем улучшить качество нашей съемки. В данный момент мы со всех сил стараемся приобрести хорошую видеокамеру. Мы будем очень благодарны любой вашей помощи. Наши реквизиты будут в описании под видео. В миску высыпаем 120 грамм сахара, добавляем 80 грамм сливочного масла и хорошо взбиваем миксером. Вбиваем одно яйцо, выливаем 120 мл молока и еще раз хорошо взбиваем. В 200 грамм муки мы высыпаем 10 грамм разрыхлителя, хорошо перемешиваем и высыпаем к основной массе. Сначала я перемешиваю миксером, после чего взбиваю до однородной массы. Форму, в которой будем выпекать, смазываем хорошо дно и бока сливочным маслом. Выливаем тесто. И хорошо разравниваем лопаткой тесто по всей форме, чтобы у нас получилась шарлотка как можно ровнее. Два яблочка хорошо помыть и очистить от кожуры. Нарезаем тоненькими ломтиками. Яблочные ломтики выкладываем поверх теста. И сверху посыпаем немного сахаром, отправляем в разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем 25-30 минут. Готовую шарлотку еще немного оставляем в форме, чтобы она слегка остыла, после чего нарезаем и подаем к столу. Эта нежнейшая шарлотка с яблоками в духовке обязательно станет самой любимой выпечкой в вашем доме. Как вы видели, она готовится очень быстро и просто, так что попробуйте, и у вас обязательно все получится. Также подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх, а вам я желаю приятного аппетита!